Итак, наша третья глава, первая искра. Уничтожив храм Бельтавилла, Джесси Сетган возвращается в поместье, штаб-квартиру Института Рантье. Это знаменитая организация охотников на чудовище какой-то Уильям Ранте. Отец Джесси с того агента приносит выдающийся трофей голого благодоверного вампира Петера Дабана. Джесси рассчитывает встретиться с отцом. Мухлю, короче, мы не успели прочитать, но это нормально. Ладно, поехали, ребята, третья глава, посмотрим. Нус. Будь я проклят. Необычный способ тратить деньги налогоплательщиков. Джеймс Хэрроу. Народный герой. Говорят, за то, что он спасает президентскую жопу от клещей. Белый дом шлет ему столько золота, хоть подтирайся. Возможно. Накорми его как следует, но еще нас ждет долгий путь, брат. Не останешься на презентацию, весь институт сегодня в городе. Да ладно, обойдусь и без сборища дельцев, поищу другу Дифарбибы. Да и надоело слушать про то, что надо не слушать. Держи, передай эту тварь своему отцу, прежде чем она проснется и начнет проклинать нас до седьмого колена. Прекрасно, сказать ему, что ты предпочтешь его бурбон охоте на вампиров. Что ты хочешь сказать? Ладно, обойдемся без вступительных речей, но потом мы обязательно с тобой дунем. Что от нас требуется? Дом, милый дом, да? Джесси Рантье, копия своего старика. Наверное, ты прав, брат. Здорово, поцаки. Мистер Рантье, вольно, ребята, у тебя все в офисе, да? А отец тоже там, окей. Здравствуйте, сэр. Президент Линкольн и Уильям Рантье, нифига себе. Авраам Линкольн сам, что ли? Охренеть. Здорово, воин. Файлы Ир. Нужно пошариться, пока все тут чекнуть. Золото, золото, баксы, баксы, евро. Так, давайте на второй этаж сгоняем. Фотографии времен гражданской войны. Окей, я понял. Первый прототип перчатки сделан из серебра. Да отдыхайте, ребята. Я занят немного. Да, прикольные, конечно, текстурки. Ну, в плане вот этого пейзажа, все-таки статуи, там все-то как надо. Здравствуйте, товарищ. Гревер. Он передает привет. Не хочет, чтобы ты снова отговаривал его от увольнения. Думаю, нам обоим не хотелось бы, чтобы это было. Он рисковал жизнью, чтобы достать тебе эту тварь. Это игрушка Хэрроу. Уверен, оба получили достойную награду. Эдгар не такой-то гражданский, которому за медаль. Это все, что у него есть. Твой институт об этом позаботился? Мой институт? Сейчас речь не об агенте Реверли, Джесси. Мы на пороге великих свершений, великих перемен. Эта презентация крайне важна для нашей семьи. Далее. Эдгар тоже семья. Далее ожидаю, что ты приступишь к своим обязанностям в поместье. При всем уважении, директор, я полевой агент, а не канцелярская крыса. Заткнись, сука. Почему я каждый раз должен тебе все разжевывать, Джесси? Здесь творятся вещи поважнее, бегать не за пищем чудовищем. Уверен, ты скоро поймешь, что я был прав. А если ты не поймешь сам, то мой долг тебя заставить понять. Теперь оставь меня, мне надо подготовить презентацию.
Get the fuck out, да? И пришли кого-нибудь, чтобы брать этот бардак, сука. Поговорить с агентом. Окей, Гугл. Что? Отдыхай, я занят. Джесси среди кадетов. Так, давайте поговорим с агентом. Здравия желаю. Вы вовремя. Презентация начнется. И что интересного в ней? Так, у нас есть бабки. У нас есть 6 рублей. Давайте что-нибудь прикупим. Воздушная мишень 3300. А нам не хватит. Не беспокоить. А, 5-секундная неуязвимость. Давайте купим. Мы, как говорится, не расстроены сильно-то, да? Итак, это все? Нам нужно посетить президента. Можете приобретать улучшение в любой момент, используя баксы. На карте М, да? Новости Daily Mail. Так, а куда там найти-то, да? Подожди, презентацию посетить. А где? Кто? Так. Не понял. Презентацию. Никто мне не подскажет, где мне ее посетить. О, баксы лежат. А я их даже не увидел. Давайте-ка побегаем по карте. Может быть, что-то и палит. Поговорить с Уильям Рантье. Здесь у нас ничего нет. Баксы и евро у нас пока что недоступны. Хотя, мало ли что, да? Здесь ворота закрыты. Здесь паря стоит у нас в проходе. Так, а где мне тут встретиться с данным персонажем-то? Уильям Рантье. Блин, я что-то не понял. А, ну вот, он подсветился, да? Что? Так это не ты, что ты орёшь-то? А, ты по поводу... Да всё, давай, отдыхай. Портрет Уильяма Рантье. А, ну это чувак, который только что нас сейчас отдуплил, так сказать, мягко. С возвращением, сэр. Обязательно. Господа, добро пожаловать. Я помощник министра обороны Джеймс Хэрроу. Президент Кливленд хочет, чтобы вы знали, насколько высоко мы ценим услуги, оказываемые институтом Рантье. Вы защищаете нашу великую страну от чудовищ всех форм и размеров. Они также попросили меня убедиться в том, что вы не спускаете наши деньги за карточным столом. Но это другой базар. Да, и конечно, как я и сказал, продолжайте в том же духе. Да хранит вас Бог и Америку. Спасибо за то, что собрались здесь сегодня. Редко можно видеть стольких из нас и в одном месте, но я считаю, что великий прогресс достоин великого празднования. Наша борьба за сильным кровопий слишком часто терпела неудачу и из-за самого коварного оружия этих существ, так называемых морока. Слишком многих демонов мы упустили из-за непродолжительных вампирских миражей, но пришла пора положить этому конец.
Агент Ранти. Мы улучшили стандартную перчатку полевого агента, снабдив ее устройством, которое ученые прозвали «хлопушкой». Не самое элегантное название, но оно весьма подходит. При использовании хлопушки выпускает электрический импульс, разрушающий маров кровопийц поблизости и полностью уничтожая данную иллюзию. Когда производство будет налажено, мы распределим перчатки по всем нашим ячейкам в стране. Так ни один из этих закоулков не останется укрытым за наложенным ороком. Это начало войны эры, господа. Эта перчатка — гарантия того, что враг не сможет внезапно расхерачить купол дирижабля. Дирижабль, ага. У нас пополнение, понеслась. Джесси, живи, давай, давай, быстрее ангара найди. Хлопушка. Поехали. Давай. Нифига, прям Тайсон, блин. Давай, зарубал ему, во. На, сука, на. Чё вы, блин? Лови. Все что ли? Героев больше нету? Что нам надо сделать-то? Есть текущая задача. История, история, история. Особенности. А, ну это прокачки особенности. До левела, конечно, нам еще далеко. Окей, let's go, погнали. Дирижабль. Господи, надеюсь, Эдгар уцелел. По рогам тебе настучать. Следующий. Ну, чё ты? На запчасти, пока его разберешь. О! Ага, давай. Поехали. Так. Ну и дым. Надо добраться до конюшен, блядь. Погнали. Окей. Загудели. Вот все, что осталось для дирижабля Хэроу. Дирижабль. Ага. Может как-нибудь прикрепить веревку? Давай попробуем. При условии, что ты знаешь, куда тебе надо десантироваться. Поэтому прыжки здесь очень актуальны. Сейчас, походу, драка будет опять. Есть тут дома? Желающий. Сейчас какой-нибудь дурак опять выбежит. Это что за пинчикряк такой странный? Да. Ты за дерьмо меня тут вывел. Что ты, обосрался что ли, бедный, блин? Сука. Давай, давай, поехали. Муравейник у нас возбудился, да? Следующий. Есть тут живой? О, боец, давай, на. Запускаем тебя в космос. У тебя какие-то проблемы, боец? Сейчас будем решать.
Ага, действительно. Не так-то и просто все, да? Все? Больше нет героев? Новая сюжетная запись. Высокородный вампир. Чудище. Какие-то тут дьяволы, блин. Какой только сброд тут нету, а? Кого тут только нахрен нету? Давайте, погнали дальше. Главное, чтобы нас не придавило. Не, ну если так разобраться в прохождении, довольно так простенько все пока что происходит. Ну, вообще, ребята, ну, не вспотел я пока что ни разу. Не, ну меня, конечно, один раз убили, но так, чтобы прям это была проблема. Эдгар, ты меня слышишь? Он уже не мог уйти далеко. Джесс, здорово, брат. Где мой отец? Когда я его видел в последний раз, он надирал задницы тварям. Да ладно, думает, он все еще на поле боя? Послушай, он хочет, чтобы уничтожили архив, прежде чем до него доберутся эти ублюдки. Займись этим, а я найду нашу неженку Хэро. Встретимся снаружи. Никогда бы не подумал, что придется взрывать собственный дом. Окей, поехали. Держись, друг. Ты в порядке, агент? Брат, давай, приводи его в чувство. Ты должен его вывести. Стопудово. Деньги, деньги, деньги. Господи, ну и мясорубка, да? Вот найду тех, кто причастен к этому, и порву их, сука. Всех, блять. На запчасти просто разберем. Ищите ориентир вроде кабелей или проводов, которые придут вас в следующей области. Бах. Кабель, что ли? А чё кабель-то? О. Давайте-ка рубильник, да, включим. Сейчас, походу, опять с кем-то будет драка. Рывок хлопушки. И что это у нас за покемон? Да на, сука! Смелее, кто там герой у нас? Больновато было, да? Ну что ты? Следующий. Все, герои кончились. Отлично, идем дальше. Хоп. Интересно, какая-то комната. Выпусти меня. Да нахрен ты мне нужен, черт. Да вы, сосалки, отдыхайте вообще. Да не собирайся вас выпускать, ребята, успокойтесь. Нахрен вы мне упали, прадед Джесси. Понятно. Газ?
Быстрее перекрывать тогда его. Нужно все уничтожить, да? Началось, блин. Да ёб твою мать. Let's go. Ребятки, да? На, сука. Ну, боец. Кухонный, блин. Да на, сука! На еще раз! Еще раз на! Что у нас? Всем спасибо, все заходим, да? Так, наверху не идет. Сюда тоже. Хотя, ну-ка. Баксы, баксы, евро, да? И чё? А, да ладно. Так можно было? Полезли наверх. Надо разыскать батю. Батя, батя в здании, да? Батя в здании. Подождем пока с деньгами. Это что за отморозок, блин? Что за дурак, блин? Ты вообще что такое, а? Тело? Ты кто? Воин? Поц! Я понял. Разговор у нас с тобой не получится. На, сука. На еще раз. Да на еще раз, на, сука, еще раз, и еще раз тебе вкатим прям, давай в боулинг, блядь, играем, сука, в баскетбол, блядь, сука. Так, новая особенность, давай позырим. Что это такое? Сокрушающий удар, да нахрен мне нужен? А, его в любом случае надо изучить, что ли? Никуда не денешься, типа, да? Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, полегче, все нормально. А чё такое-то, я не понял. Опа, давай, поехали. Ага. Чё, пинчикряк, блин? Переобулся, что ли? Да, хпшки у меня, конечно, отлетели неплохо. Мы идем дальше.
Рюкзаков тут нету, ничего нету вроде, да? Подберите контейнер с энергией, да? О, 4 заряда, да, у нас есть? И ничего у нас не осталось. Давай, на. Вот это проблема. На, сука. Да что тебе надо-то от меня, а? Давай, поехали. Смелее, девочки. Я только начал развлекаться. На, сука. Оп. Что ты стоишь-то? А вот это уже проблема. О! По башкам вам. Вот, сука! Бегать тут устанешь, конечно, от них. Хорошо, у него хоть силы остаются, блин. Ёб твою мать. Давай, 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 поехали. Ага. На, сука. Сказать было потно, в принципе, да? Ну да. Вот эти моменты, конечно, мне не нравятся в игре, что не можешь зайти туда, куда тебе нельзя. Это прям обламывает. И что? Куда мне идти-то, блин? Что-то как-то стрёмно прям. Ну а реально, куда идти-то? Серьезно? А что, вот так вот, блядь, нельзя пройти, да? Понятно. Это не по-нашему, это не наш метод. Конечно, блядь, ну что вы. Стеганули, блин, так же нельзя пройти, да, действительно. Да, это вам не Gears of War и не тому подобное. Кто-то орёт, блин. Чё это за звук? Какой-то странный парень, блин. Уведите его отсюда, я разберусь. Не гневайся на меня, отец, я не могла оставить тебя в ресторане тем дикарем. Бум. Без этого обойтись, жаба моя мясистая, но чуть его не задел. На. Могучий институт Рантия длится пеплом и кровью. Я надеюсь, что будет сложнее. Бум!
Неплохо.